Советском районе прошел очередной этап фестиваля «Готов к труду и обороне» для пожилых. Такие соревнования помогают привлечь людей старшего поколения к систематическим занятиям спортом и физкультурой. Плавание стало второй дисциплиной, всего же их будет 7. Всем участникам фестиваля ГТО за 60, однако физической форме некоторых пловцов может позавидовать и молодое поколение. Команды плыли смешанную эстафету вольным стилем. Многие из ее участников будут выступать и в других дисциплинах. Для пенсионеров я всегда участвую. И мы участвуем в веселых стартах, участвуем в КВН, как бы и молодежь с собой подтягиваем. И в плавании, и в дартсе буду, и в стрельбе, и все остальное, кроме этот бильярд. Бильярд уже был, там у нас сильнее ребята играли.